Привет, я сейчас в гостях у подруги. Представляю вам самую спокойную собаку в мире. Она реально такая апатичная, очень хорошая собака. Мне кажется, если кто-то вломится в дом и начнет все красть, и будет глубоко наплевать на всех. Да, Дейлайт? Правда? Правда. Я сейчас вам еще покажу наш стол. Что мы тут наготовили? В Финляндии мои подруги спрятались. Празднуют маленькое Рождество, начиная с 1 декабря и до, собственно, Рождества. Поэтому каждый день это лишний повод для того, чтобы собраться и что-нибудь выпить. У нас сегодня маленькое Рождество. Елки у нас нет, поэтому я сейчас сижу, рисую елку. У нас оливье, винегрет, чикины, ножки куриные. Это я делала коктейль. Это мартини с лаймовым соком, с соком яблок. Огурцы. Огурцы. А где наша зубровка? Что это? Расскажи, что это. Рис со свеклой Рис и горошком. со свеклой и горошком. Рис со свеклой и горошком. А еще у нас есть торт, я вам его покажу в самом конце. И вот у нас еще есть зубровка. Это польская водка. Ждите влоги сегодня. А у Лены, что у Лены? У Лены Козел. велкопоповицкий козел в зимнем оформлении. Темное пиво. Вот, на этом все, пока. Забыла рассказать про салат, который я тоже делала. Здесь у нас каперсы, оливки, зеленый салат, шампиньоны и сыр фета и оливковое масло. Все. Сказали. Привет, я все еще в гостях. У нас вот такой вот десерт. Рукотворная вещь с кремом и с ягодами. Здесь у нас красная смородина и черника. Такая классная, классная вещь. Наше мартини мы уже выпили. У нас уже нет мартини. Поэтому сейчас переходим на зубровку. У нас еще, кстати, остались соленые огурцы. Это к зубровке соленые огурцы. И вот шампиньончики. Бедные там. Несколько штук. Если найду собаку, пойду к ней попристаю. Но, наверное, она спит. Я не буду ее тревожить. Показываю вам наши стаканчики, из которых мы будем пить. Где ты их? Бойфренд на день рождения было в понедельник. Я ему нож для кухни подарила, из Японии привезла А эти откуда у тебя? Из Японии у вот меня эти. так, если копнуть, у меня все Да, у нас все из Японии, кроме водки. Водка у нас зубровка. Кстати, в Польше Из Польши, купленная. в Польше купленная. И здесь 37,5% алкоголя. Вот. Еще раз показываю торт. А, и ножик классный. Ножик. Лена, допивай свой мартини. Да. До следующей встречи. Привет. У нас уже выпито все Все. мартини. Осталось немножко зубровки. И доедены почти все таблероны. И, кстати, почти весь тортик. Смотрите, что я вам покажу. Это то, что Оля купила в Японии. Смотрите, какая красота. К сожалению, вы не видите всего. Как бы просто на камере это невозможно увидеть. Но это так красиво. Особенно вот здесь. Снежинки. Здесь снежинка. Это просто красиво. И вот этот вот чокер, который мы назвали зайчиком. Кастрированный, да. О, Лена. Ну вот тем, что сказала Лена, да, вообще-то. Смотрите, какая красота, это все так блестит, просто невероятно. Сколько ты сказала, это стоит? Вот это, которое Штучка, со снежинкой. Примерно 15 евро.
примерно 15 евро. Без снежинки сколько? Ты не помнишь? Примерно так же. Примерно так же. И этот зайка? 12. Где-то 12 евро. Кстати, зайка натуральный. Вот. Еще раз вам покажу эти зайки. Вот. Пока.